Раис, доброго дня, с победой и, наверное, с возвращением, правильно так вы сказали? Да. Как в целом игра, как восстановилась после травмы? Вот писали сегодня, что прям горело желание выйти на поле сегодня. Да, очень хотела, потому что очень соскучилась, и мы давно не играли дома, поэтому хотелось почувствовать эту атмосферу на площадке. Как, удалось, почувствовалось? Да. Поддержка только да. В конце была. Была игра немножко тяжеловата моментами, девчонки нас догоняли, но мы в конце уверенно выиграли эту игру. За счет чего соперник добавил? Вроде казалось комфортное преимущество, но вот в итоге довольно нервная концовочка получилась. Мне кажется, мы немножко растеряли нашу такую командную химию, потому что мы давно не тренировались вместе, был большой перерыв. Вот, и где-то были ошибки в защите, конечно, недопонимание, где-то кто-то не помогал. Я думаю, что мы справились, и у нас сейчас есть время на подготовку к следующему матчу. Следующий матч это у нас как раз Еврокубок, это венгры. Вообще, какие ожидания, какой настрой на эту игру? Есть ли какой-то рецепт победы, рецепт борьбы с этими венграми? Завтра у нас выходной, и послезавтра мы уже начинаем подготовку к венгерам. Конечно, мы будем биться, у нас нет другого шанса, и мы уже знаем, как они играют, поэтому я думаю, что мы готовы встретиться с ними. Ну, твое самочувствие все в порядке, увидим уже 25 числа на паркете снова. Да, до встречи. Прекрасно. Спасибо большое еще раз, победа. Спасибо. Удачи.